Историческая справедливость требует того, чтобы люди, особенно молодые, знали имена и славные деяния партизан, среди которых было немало представителей казахского народа. Лучшие мелодии, слова и краски должны найтись у художников и историков, чтобы увековечить память героев, тысячу раз глядевших в глаза смерти и принесших огромные жертвы на алтарь победы. Ади Шарипов. Да! Да! Слушаюсь! Да, слушаюсь! Слушаюсь! Товарищ командир батальона, разрешите доложить? Вижу, вижу, что прибыл. Ты со своим взводом выдвигаешься на Гродненское шоссе. Тополь, да, слышно. Занимаешь оборону возле поселка Хоров и прикрываешь отход штаба полка. Я вижу, как слышите. Тополь, как слышите. Сутки держаться должен. Тополь, как слышите. После снимаешься и следуешь вот в эту точку. Тополь, как слышите, я Береза. До нее 7 дней пути. Там сбор. Все понял? Я Береза. Так точно. Разрешите выполнять, товарищ командир. Выполняй. Я Береза. Ходи. Тополь. Тополь. Я Береза, ответьте. Я Береза, ответьте. Как слышите? Тополь. Если нас не окажется в точке сбора, я Береза, ответьте. Действуй по обстоятельствам. Я Береза, ответьте. Связь! Есть связь? Нет связи, товарищ командир. Тополь, нас слышите? Тополь, я Береза, ответьте. Товарищ командир, патроны на исходе. Товарищ командир, патроны на исходе.
Чем сбор? Собираемся. Связь! Командир! Командир! Братца! Нет связи, товарищ командир. Белосток. Товарищ командир, кажись, мы в окружении. Товарищ красноармеец, мы выполнили приказ командира батальона. Теперь необходимо выдвигаться в назначенную точку сбора. За мной. В лес. Подъем. Алеш, как ты? Порядок, командир. Давай, вперед. Немцы есть? Были. Вчерашнего дня пошли. А вы откуда будете? Да мы из леса. Мать, ты бы попить дала? Ой, такой жалобный, напевно. Идите в хату, я зараз. У меня под Брестом невеста осталась. В сентябре должны были свадьбу сыграть. Яночка. У нее такие пальцы тонкие были. А вот лица я уже не помню. Ешьте, ешьте. Ой, примерьте, хлопцы. Кому что? Это деда моего, сынов. Все теплее будет. А это вот тебе. Упору будет. Бери. Спасибо, мать. Немцы корову увели. Такое вчерашнее молоко засталось. Уж не обессудьте, что есть все на столе. Так ты сама поела, мать. Хлопцы, немцы фотокартки сынов бачили. Оба у Красной армии. Оба в форме. Убили. Поможите. Похороните. Мать, спасибо. Мы обязательно вернемся. Придет время. Скажи, твое время придет. Придет, мать. Придет. Командир, немцы. Все, быстро, уходи. Бульбы, бульбы возьмите.
Absitzen! Alles antreten! Und Häuser durchsuchen! Выйти из машины, построиться, обыскать дом. Alles klar! Schau mal an! Komm rein! Schau mal! Da, in der Scheune! Und da links! Peter, hörst du? Komm mal her! Pass hier auf! Hier nix. Was hat er da? Hab ich auch nicht gefunden. Was soll das? Не отставать. До точки сбора километров 5. Живи, живи, живи. Давайте здесь. В случае чего, уходите сами. Руки вверх. Он здесь. Стоять! Стой. Там засада. Все, уходим. Уходим. Командир, не могу, нога. Привел. Уходим!
Быстрее к болоту! К якому болоту? Потонем зазра! Видел? Кого? Пешки. За мной. Здесь. След, след! За мной! Загнали их в болото. У них нет никаких шансов выйти. Они здесь сдохнут. Уходим. Здесь лагерь разобьем. Привести себя в порядок. Бана меня кем сразу? Хайра, моя там бы кто-то. Там арва голдан гондарс. Пожрать бы. Выкладывай, у кого все есть. Danke, Helmut. Спасибо, Хельмут. Großartig wie immer. Как всегда, великолепно. Herr Oberst, господин полковник, добро пожаловать в наши края. На я. Да уж. Es ist nicht Paris. Не Париж. Sie haben recht. Вы правы. Ich bitte Sie. Прошу вас. Über die Fahrt. Присаживайтесь. Bitte. Danke. Спасибо. Wir haben eine Bande russischen Lumpen. По дороге зацепили банду русских солдат-оборванцев. Hier ist eine Trophäe. Вот трофей. Die anderen sind weg. Остальные ушли. Partisan. Партизаны? Wir hängen sie auf. Мы вешаем их. Sie schießen auf uns. Они в нас стреляют. Партизанен? Партизаны? Banditen. Бандиты. Es wird eine gute Будет Jagd хорошая werden. Охота. Auf Partisan. На партизан. Sie können die Gäste willkommen heißen, Herr Майор. Вы умеете встречать гостей. Es gibt einen Befehl für Получен приказ о наступлении на Москву. Осенью фюрер хочет въехать в Кремль. Сюда перебрасываются крупные соединения войск. Надо очистить эту территорию от ошметков их армий и бандитов. Партизан. Партизанен. Зойбан. Вайдмансхайль. За хорошую охоту. Вайтманс, данк. Взаимно. Сейчас бы пожарить ее с сальцем. Боже, я костер разведу, затируху сделаю. Отставить костер, себя обнаружим. Да мы неделю тут торчим. Про нас забыли уже давно. И немцы, и наши. Все равно рано или поздно к нашим выйдем. О чем думаешь, Митя? Ай, товарищ командир. Тут вот. Давит. В кулаке сжимает. Злит меня наше бессилие. Понимаю. Понимаешь? Ничего ты не понимаешь. Твоя степь далеко. Тебе хорошо. Родина у нас одна. Забыла о нас наша родина. Расходиться надо. Ты к себе домой,
я к себе. И ребят отпустить. Погибнут же зазря. Случилось? Да все, утекать предлагал. Вот я и не выдержал. А ты? Товарищ командир, надо с ним что-то делать. Может, расстрелять его, как труса и дезертира? Ты тебе сказал, что он трус и дезертир. Вы же сами видите, что он всем говорит, домой надо. Тебе? А в Дарли домой не хочется. Я ведь тоже мечтаю домой попасть. Это будет после войны. Война у нас сейчас страшная, еще страшнее, что никто не знает, как она кончится. Мы все вместе приняли первый бой. Никто из нас не побежал. Ни Митя, ни Труф. Не суди ты, Абдухали. Человека за его слабость. Она может быть минутная. Разведчик нам не опасен. Нас ищет. Мы уважаем вашу храбрость. Еще не поздно сдаться в плен. Что думаешь, командир? Воевать будем. Так мы же не воюем. Бредем только по болотам. Нет, командир. Расходиться нам надо. Каждому своей дорогой. Кто еще так думает? Все так думают. Разве я не прав, мужики? Сколько можно по лесу бегать? Домой пора. Ну, как хотите, я домой.
тону. Тону! 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 Братцы, тону! Бойцы, рабочая крестьянская Красной Армии, давали клятву Родине. Что сейчас для нас Родина? Это мы сами. Это наши матери и отцы, братья и сестры, жены и дети. Мы хотим увидеть их, обнять. Только когда враг будет разбит, сможем вернуться домой. Скисли мы тут. Пора выдвигаться. Стоять! Куда идете? Назад. Стоять! Вещи на землю. Еврейка? Нет. Она не еврейка. Она из Азии. Типичная азиатка. Что будем с ними делать? Да просто расстреляем. Я хочу ее отправить к своей невесте. Она будет ее ручной обезьянкой. В сторону ее. Пошла. Товарищ командир! Дядя, дяденьки, стреляйте меня вместе с мамой. Не оглядываться. Хорошо. Thank you.
Sieden! An die Waffen! Pass auf! Жив? Миша, связь. Товарищ командир, Костя. Есть связь! Получен приказ! Младшему лейтенанту Ади Шарипову оставаться в заданном квадрате и сформировать партизанский отряд. Кодовое имя Саша. Мута. Мама. Что с ним делать? Уходи, отряд. Уходим. Собрать боеприпасы. Прости, брат. Товарищ командир! Теперь и воевать можем. Руку. Всех похоронить. Тут до моего колхоза рукой подать. Я присягу не забыл. Я еды принесу, много еды. Пожрать было бы хорошо. И мамку повидаю. Эрен? Войдите. Herr Oberst, господин полковник, ich möchte Ihnen Homotow, хочу вам представить Хомутова, самого мужественного и находчивого человека. Herr Homotow, sind Sie einheimisch oder zugezogen? Господин полковник спрашивает, вы местный или приезжий? Родился здесь, в Епищево. Эта деревня принадлежала моему деду. Советы его вместе с семьей в Сибирь отправили. Я назад вернулся сюда, в родные края. Das ist good. Это хорошо. Das ist sehr good. Это очень хорошо. Товарищ командир! Привал. Вон хата моя. Я туда маму увижу и сразу еды соберу. Давай, Гриша, переоденься. Оружие, документы. Оставь. Обрызгали, Паша. Прикройте. Ну, с Богом. Осторожно там. Да.
Alt! Стоять! Стоять на месте! Come here. Суки! Иди сюда! И вы здесь! Come here. Иди сюда, я сказал! Командир немца. За мной! Абдагали, а что ты все время бормочешь перед тем, как стреляешь? Духу впред позову. Командир! Гриша, себя гранатой. Все, пошли. Вы умеете держать язык за зубами? Могу на кресте поклясться. Wenn Sie wollen, wird Kreuz schwören. Lokale Banditen werden von Sascha angeführt. Wir sind aber Soldaten. Dieter, bitte. Местный отряд партизан возглавляет некто Саша. Бандиты. А мы с вами люди военные. От имени Великой Германии мы назначаем награду в 5000 размарок за его голову. В придачу любой поместье здесь. Вы должны донести эту информацию до местного населения. В частности, до самих партизан. Und Pfarrer nicht vergessen. Не забудьте про пастора. И самое главное. Есть один человек. Назовем его пастор. Этот пастор должен попасть в отряд к Саше. И именно вам мы поручаем этот операцион. Стой, хлопцы! Кто главный? Я. Сын казак, сын ба. Казак мы. Я, сынок, гражданскую в твоих краях воевал. Карп Ермолаевич. Саша. Партизаны. Партизаны. Возьмете нас с собой. Это кто? А это дочки мои, Тамара, Анюта. Здравствуйте. Здравствуйте. И обе учительницы.
И одежда на них городская. Да. Они, видать, у тебя в мать пошли. Они, да. Они в мать. Я так сказал, чтобы их не обидели. Это верно. Мы в обиду не дадим. В такой одежде по лесу не побегаешь. А ты, мальчонка, давай домой беги. Не пойду. За вами пойду и приду. Вы же меня не расстреляете. Наглец. Ты чего мамку обертеешь? Повесили мамку. Сирота я. Павел, а ты откуда родом? С Полесья, из Пинска. У нас там красивые места. После войны вас всех приглашу. Обязательно. А у меня мама русская. Папа грузин, а я белорус. Ну, получается, для всех нас белорусская земля стала второй родиной. А я из Умани. Когда голод начался, мы сюда переехали. Я в кружок радиолюбителей ходил, а потом в ФЗУ поступил. Там дополнительный паёк давали. А, вот чего ты за второй картошкой тянешься. Арсений, а ты чего молчишь постоянно? Отец меня приучил меньше говорить, больше делать. Это точно. Правильно. А товарищ командир, вы будете про нас писать книгу? Обязательно. Главное, живыми остаться. Тогда там это... Про меня не забудьте написать трек. Войдите. Функшпу фон пасто. Радиограмма от пастора. Данке. Спасибо. Никакого отряда Саши в районе нет. Возможно, не тот отряд. Продолжаю поиски. Пасто. Пастор. Was soll das? Не может быть. Der Pastor soll weiter suchen. Пусть продолжает поиски. Я в Уральске, на твоей родине, в гражданскую воевал. Я там отца похоронил. Так что наша земля теперь общая. А вот где пушки, где танки, где самолеты, где буденный с Ворошиловым, кавалерия, где? Что скажешь? Понимаю, Карп Иванович, понимаю. Стой. Рассредоточиться! Стой, кто идет? Мы бойцы Красной Армии, сложите оружие! В противном случае будем стрелять! Да русы, казака кусает! Это не русский! Поударь с ним по-казахску! Жолдас! Сен кемсен? Өзің кемсен? Казахпын! Қай жерденсің? Семей. Сенсің? Павлодар. Свои! Свои! Все твои? Есть и приблудные. А кто? Макар! А кто такой? Так Закая, гражданин начальник. В тюрьму в эшелон погрузили и в тыл отправили. Эшелон разбомбили, я к своим шел. Так зачем мне Зака? Мы с немцами воюем. Так я местный. А за землю свою зубами грызть буду. Так что, возьмешь? Хорошо, Макар. Только дисциплина. Жесткая дисциплина. Так мы с понятливо, гражданин начальник. Война идет. Есть еще? Володя. А? Да, командир. Говори. Красноармеец Владимир Онищенко. Был ранен, попал в плен. Пробрался к своим. А? А, это... Да, женщина одна дала. Сказал, у немцев меньше подозрений будешь вызывать.
Хорошо. Два Максима, ручной пулемет, автомат, мины, ящики с патронами. Все в масле. Откуда это у вас, а? Видел, как солдаты наши схрон делали, когда отступали. Браунинг. Браунинг, бездом. Герой. Герой. Добрые хлопцы. Это что? Немецкий грузовик обстреляли, а там обмундирование. Хотели выкинуть, а Вася Зарецкий говорит, давай сохраним. Вдруг пригодится. Ага. Немецкий знает. Будь здоров. Вася! Да? Подойди-ка. Немецкий знаешь? Яволь, я офицер. Пример. Зачем я привез его сюда? Желаю себе спокойно на родине. Так нет же, надо было тащить ее к самой границе. Места себе не нахожу. Добралась ли домой? Где она, как? Жена? Да, жена. Привез ее сюда, на границу. Первый же день отправил на поезд домой. А теперь уснуть не могу. Все о ней думаю. Если дома, то тогда все хорошо. А если нет? Да. Дома всегда хорошо. Знаешь, мать мне все время говорила, будь мужественным в испытаниях, какими бы сложными они ни были. А твои? Мои. Жена, дочь и сын. В Омане. В Каскелине. Надеюсь, когда-нибудь обнять их. Успел ли Жамал домой добраться? Герр офицер, ich bin bereit. Господа офицеры, я готов. Настоящий немец. Будешь ли теперь ты у нас, Василий, в разведку ходить, с языками беседовать? Есть, товарищ командир. Только нет у нас языков. Будут, Василий, будут. Слышь, Семен, чего тебе? Наш командир Сашка. Ого, какой! Мужик. Ха, его и немцы боятся. И наши уважают, а то. Spielen Sie Schach, Major? Майор, вы играете в шахматы? Nein, Herr Oberst. Никак нет. Schade. Das könnte ich Ihnen... Очень жаль. Mal beibringen. Я мог бы вас научить. Na gut. Отлично. Der Front ist nach Moskau vorwärts gegangen. Фронт ушел к Москве. Und ich, ein aktiver deutscher Offizier, я кадровый офицер, Ранкенау, полковник Ранкенау, вынужден сидеть в этой глуши. Und mich mit dem Abschaum der Gesellschaft заниматься всякими отбросами общества. Rein. Войдите. Funkspruch, Herr Oberst. Радиограмма, господин полковник. Der Pastor hat Sascha gefunden. Пастор нашел Сашу. Sie gehen nach Sukromlja. Они идут в деревню Сукромля. Клаус! Was ist los? Что случилось? Nichts Besonderes. Ничего особенного. Догнал на дороге беженцев. Запачкали мне весь танк. Бедняга. А мог бы уже кофе пить.
Да мы только рады. Вы же для нас освободители. Значит так, на бандитов засаду устраивают. Можем дней пять дней здесь сидеть, из хаты не вылазить. В общем, вы это, угощайтесь, кушайте, а я сейчас за самогоночкой. Сейчас. Нет лошадей там. Танк только страшный. Засаду на нас готовят. Молодец. Гармонист, стой! Что? Вальс умеешь? Ну, умею. Ну, давай. Пойдем танцевать. Стой! Кто едет? Я до командира. Пароль? Никаких паролей не ведаю. Я до командира и крышка. Я Федор Санков. Связки прыши. Уведи лошадь. Здорово, хлопцы. Ассаламу алейкум. Доброй ночи. Садитесь. Мы тут у леси сховались, а нас завтра раницей народ покарают. Расскажите подробнее. Тут вёска побач ёсть. Прыщи. Немцы селянам загадали, каб увесь хлеб собрали до раницы. Калі не збяруць, пакараюць. Каменданту думать не трэба, и он приказал усіх арыштаваць, увесь хлеб, что знойдуть, забрать, остатніх расстрелять без усякого суда. Рауць усе. Богом просять, каб я партизан знайшов. А ось теперь, хлопцы, кажите, як мне быть и что людям донести. Думаю, за ночь дойдем. Тогда ночью и атакуем. Нет, открыто немцев атаковать нельзя. Понесем большие потери. Я предлагаю. За неисполнение приказов германского командования и связь с партизанами будут казнены.
40 жителей деревни Прищи. Завтра утром будут казнены еще 40 жителей. Так будет продолжаться до тех пор, пока ваша деревня не выпадет. Where had befallen this Russian aftercare? Кто приказал повесить этих русских? Норма, в вашей деревне 70 мешков пшеницы. Майор, отставить. Я прибыл, чтобы навести порядок здесь. Отведите их в сарай. Заприте на замок. Сначала я разберусь с вашим майором, а потом будем их вешать. Господин майор. Из какой вы части? Это бандиты. У них оружие. Стоять! Позовите! Хэндико! Бросайте оружие, сдавайте! Командир! Вознаграждение 5000 рейхсмарок за поимку командира лесных бандитов Саши. Так еще ж поместье в придачу. Это же надо, нашу землю нам же в подарок предлагают. Так и мы будем с ними щедры. Каждому 2 метра земли отмерим. Леса много, но кресты хватит. Вася, ты где так по-немецки научился? У меня бабушка немкой была. Господин полковник. Он же... Unsere Verpflegungsgruppe ist in Prischi. Уничтожен взвод снабжения в деревне Прищи. Was? Что? Sascha's Truppe. Отряд Саши. Verdammt, was ist los? Да что же это такое? Verdammte Sascha. Достал этот Саша. Ich werde diesen уничтожить Sascha. Любым способом. Ich werde ihn. Я его уничтожу. Vernichten. Ich werde ihn persönlich erschießen. Я его лично расстреляю. Хомутов bestellen. Вызвать Хомутова. Wie bitte? Простите? Хомутов bestellen. Вызвать Хомутова. Zu Befehl. Выполняю. Schneller. Быстро. Тихо, кажись. Пошли. Может, что пожрать дадут. Тихоша. До вечера отсидимся. Борщ. Вчерашний. Вы больше больше ничего не могу.
мужа моего не бачили? Может, ведаете, Тимофея Советского? Партизаны пошел. Извиня, хозяйка, не видели. Партизаны, сдавайтесь, дома кружок! Слышь, ты только шмалять не думай. Сдаваться пошли. Ты что, дурень? Какое сдаваться? Да сам ты дурень. Детишек пожалей. Перебьют ведь. Мить. Мы свое уже отвоевали. Значит, судьба у нас такая, понимаешь? Сдаемся! Простите нас, Христа ради. Брони Бог. Талисман мой. Отдашь, когда сможешь. Ты на что рассчитываешь, гнида партизанская? Ах ты, сука! Ай! Приказ, товарищ командир. Отряду Саши выдвигаться в сторону Калитнянских лесов. Для соединения с бригадой Короченко. Передай приказ, понял. Выдвигаемся в заданный квадрат. Абдагали! Здесь. Нужно больше телег, лошадей. Зови Карпия Ермолаевича. Это точно. Товарищ командир, дело у меня. Запасные батареи от рации пропали. Что ты сказал? Как? Эй ты, который с финкой, выходи! А ты что, наигрался уже? Вернуть решил? Давай, давай, выходи! Я попрошусь у разведку. Хоть крыху мне не хваляваться было. А я ведаю за кого. И я с тобой у разведку. Не, Аня, ты девчина пяшчотная. Ты не вытримаешь. Так и ты пяшчотная. А еще наставница. А я в бёсце росла, и все стежки ведаю. И до речи, разведчица я добрая. Ты думаешь, я не бачу, як ти сохнеш по гэтому строгому разведчику? Чому строгому? Что, бабоньки, лясу точите? Ребята!
Быстро, рвай! Люблю повеселиться, особенно поесть. Детки! Ребята! Вот они. Мы нашли их логово. Окружаем. Zweite Ladung, feuerfrei! Жалко. Только обжились. И уже покидать приходится. Конечно, родина у нас необъятная. Так можно и до Сахалина дотопать. Ты загнул, Катер Малыч. Вот так бы автоматом молотил, как языком. Мы бы давно немца разбили бы, а? Эх, Катер Малыч. Как будто следом за нами-то ходят, чувствую. Охотятся. Командир, Сашка идет. Спасибо. Товарищ подполковник, разрешите доложить. Вот ты какой, Сашка. Сашка. Ты какой обыкновенный. Не скажи. Пусть твои располагаются. А мы посидим, поговорим. Нам о многом придется побеседовать. Наслышан о твоем отряде. Да вот мой отряд. Тамара. Давно хотел тебе сказать. С того самого дня, как увидел тебя, просто потерял покой. Все время думаю о тебе. Ты когда в разведку ходишь, я места себе не нахожу.
Я люблю тебя. Я люблю тебя. Товарищ командир, говорит связная. Связная? Мы кого сегодня ждали? Шуру. За Шурой следят. Это она отправила меня к вам. Тебя звать-то как? Связная? Светлана. Ишь ты, Светлана. Ну и что она просила передать? Помогите косы расплести. Тамара? Помоги девочке косы расплести. Ты чего? Сегодня в 12 часов в тупике на разъезде у станции Мастицкая будет состав с вагоном пленных девушек. Их гонят в Германию. Он простоит в тупике 3 часа, пока не пройдет состав с техникой. Помогите спасти девушек. Herr Oberst, Funkspruch vom Pastor. Господин полковник, радиограмма от пастора. Тупик у станции Мастицкая. Значит, они действительно купились на вашу приманку, господин полковник. Это очень хорошо. Helmut, bring meine Flinten. Подготовьте мои ружья. Jawohl. Есть. Das reicht, Sascha. Держись, Саша. Стоять. Ruhe. Тихо. Alle bleiben ganz не шуметь. Stehen. Всем понятно. Часовых нужно снять без шума. Nicht bewegen, habe ich gesagt. Рассредоточились. Versteht ihr nichts? Otto. Otto, подгони их. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Keine Angst mehr, Dad. Otto, was hat sie da? Otto, что там у нее? Мое. Vier, дай сюда. Sieben, acht, neun, zehn. Schnell in den Zug. Быстро в вагоны. Bewegt euch. Быстрее. Пошли. In den Wagen, habe ich gesagt. Komm, los, los!
Бандиты. Бабуйте, тихо! Уходим! Уходим! Мы свободны! Свободны! Быстрее, 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 быстрее! Давай, 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 быстрее! Человек. Приходим. Жива, жива, жива. Павел, за мной. Все в лес, быстро. Wir werden ihnen den Weg abschneiden. Мы отрежем им путь. Und zum Sumpf treiben. И загоним в болото. Бачили потом, Тимофея Савицкого. Може, дітей бачили. Мужа, ми його не бачили. Окружайте. Гоните їх на полковника. Скажіть, отрізають. Живьем взять хотят. Это мы еще посмотрим. Приготовьтесь, майор. На гуд. Я готов. Wir werden gleich dieses Biest sehen. Сейчас увидим этого зверя. Ich bin bereit. Feuer. Огонь. Осторожно. Все, уходим. Thank you.
Саша. Везучий этот Саша. Сам ушел. Товарищи на себя унес. И нас чуть не убил. Haben Sie seine Augen gesehen? Вы видели его глаза? Das sind die Augen des Volkes, welches nicht Это глаза народа, которые невозможно победить. Die Truppe ist wieder weg. Отряд опять ушел. Der Pastor ist verschwunden. Пастор пропал. Verdammt, was ist los? Что происходит, в конце концов? Прости. Командир! Ядрен, Матрен. А все решили, что ты погиб. Проходи. Поговорить надо. Борис. Есть. В засаду попали. Павел. Погиб. В отряде предателей. Подозреваешь кого? Думаю пока. О чем задумался? Тимофей Петрович. Лес как дом родной. Тяжело прощаться. Хоть смерть и ходит по пятам, а до желез жалко врагу оставлять. Немцы! Сюда идут! Стреляют! С пулеметами! Сколько? Увидели роту. Саша, организуй заслон. Уведи немцев в болото. Общий сбор! Уходим к Артемовке! За нами гнались. Мы кое-как ускакали. В деревню, говорят, они прибыли сюда недавно. Грабят, обижают всех. Говорят, специально приехали, чтобы партизан уничтожать. С пулеметами. Не понимаешь, почему русский, товарищ командир? Форма немецкая, говорят на русском. Парня из деревни убили. Наповал. Ни за что. Все, уходим. А где Паша? Володя, далеко собрался? Фух, командир, напужал. Не, так, до ветров. Гармон зачем? А? Али, играть кому собрался? Не, хлопцы.
Я так, я же с ней привык. Всегда со мной. Ну так давай я подержу. А ты сходи до ветру. Не. Что-то перехотелось. Дай сюда. Собаки, собачья смерть. Kommen wir zur Sache, Dieter. Перейдем к делу. Es ist ein Befehl Поступил приказ из центра. Готовится наступление под Курском. Новое вооружение. Танки «Тигр», «Пантера». Наша задача – подготовить ближайшие станции Белинковичи и Буни для прибытия и размещения регулярных войск. Переброска на фронт? Нет, именно к нам. Базирование. Необходимо вырубить лес здесь и здесь. Усилить охрану моста через реку 10. Здесь пройдут танковые колонны. И партизаны не должны сорвать продвижение танков. В Белинковичах рота фашистов в 5 километрах от моста. Это подразделение в ближайшее время будет выдвигаться к мосту. Готовятся к переброскам танковых дивизий. Надо взорвать мост через реку 10. Капитан, докладывай. Мы разделимся. Я с отрядом выдвигаюсь к Белинковичам. Вызываю огонь на себя. Ты, Жора, обеспечишь проход с Сашей к мосту. Там минные поля и проволочное заграждение. Дальше идете вместе. Понял. Саша, ты взрываешь мост. Понятно. После взрыва моста ты должен взять языка. Сигнал к началу операции – красная ракета. Сигнал к отходу – взрыв моста. Задача ясна? Так точно. Выполнять. Так точно. К нам поступила секретная директива. Секретная директива? Да. Скоро мы займемся полной зачисткой территории от всех славян. Эта земля нужна нам пустой и безлюдной. Господин полковник. Майор. Господин майор, показывайте. Минировать будем ночью. Самое главное, если начнут стрелять, идем в полный рост. Пули принимаем только грудью. У нас за спинами столько взрывчатки, если попадут, взрыв сам Берли не увидит. Приказ ясен? Так точно.
Ждем сигнал. Что это? Фашиста. Кто стрелял? Сбора, мужики. Давай! Прикройте полковника. Уходим! Давай, 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 быстрее! Наши! Занять позиции! Окружайте их! Не упустите! Осторожно, у них полковник.
Oh,
Где? Кайт. Саана Лирти. Взяли. Полковник попал в плен, и мы не знаем, что случилось с секретной директивой. Возможно, она тоже попала к партизанам. На восстановление моста уйдет месяц. Они сорвали переброску на фронт двух танковых дивизий. Нам необходимо зачистить штаб, собрать все документы. Здесь оставаться опасно. Уходим. Ади Шарипов родился 19 декабря 1912 года, село Мариновка, Жарминский район, Восточно-Казахстанская область. Во время Великой Отечественной войны был во главе партизанского отряда. Провел в лесах Белоруссии 28 месяцев. Описывал мужество партизан в своих фронтовых повестях. Ушел из жизни 4 ноября 1993 года, Алма-Ата. Күндіктің қаны киелі, нәрде білемін мен.